Здравствуйте, я Наталья Дубова. Привет, я Татьяна Комарова. А у вас-то кто же было? Собирались взять дорогу 500 УЕ, а получается только 200. Значит, будем экономить. В этом видео мы вам расскажем, что в путешествии может быть бесплатным и на чем можно сэкономить. Я в этом видео поделюсь с вами одним секретом. Куда я прячу деньги в отеле, если, допустим, у меня нет сейфа? Ну а как нам экономить? Мы же хотели заказать экскурсию. А ничего. Значит, пойдем на бесплатную экскурсию. Немногие знают, что во многих городах Европы существуют бесплатные экскурсии. Просто нужно заранее зарегистрироваться, и вам на почту придет ваучер. Но есть нюанс. Эти экскурсии проводят на английском чаще всего и на языке страны, в которую вы едете. Но я хочу пойти в Ватикан, в Лувр, а это 16-18 евро. Дорого? Да ничего. Мы же едем в начале месяца, а в первое воскресенье месяца во многие, практически во все музеи вход бесплатный. Но придется постоять в очереди. И вот так вот все время мы будем вот идти пешком, да? Но транспорт-то дорогой. Да ничего, купим проездные, 7 евро на 3 дня. Будем ездить сколько хотим, очень поможет сэкономить. Вспомнила, мы же с тобой пользовались двухэтажным туристическим автобусом. Ну, платишь 25 евро, и потом у тебя просто голова не болит. Катаешься на нем сколько хочешь, пользуешься им просто как транспортом. И это, кстати, 2 дня. Заходишь, выходишь, когда хочешь, и там еще есть бесплатная пешеходная экскурсия. Ой, слушай, а может мы еще и поживем где-нибудь бесплатно? Я слышала про каучсерфинг. Ну, каучсерфинг, честно говоря, я не очень люблю. Условия проживания могут быть разные. Это может быть вплоть до того, что гамак или пристройка. Нужно списываться с хозяином и очень четко все уговаривать. И кроме того, если хозяин уходит на работу в 7 утра, ну, вам придется тоже уйти в 7 утра. А куда пойти путешественнику в 7 утра? Я такой не очень. А давай снимем квартиру. Это же намного дешевле, чем отель. Вот это вот, кстати, очень хорошая идея. Есть сервис по съему квартир Airbnb. Квартиры во всем мире. Под этим видео есть моя ссылочка. Если вы зарегистрируетесь по этой ссылке, на ваш счет поступит бонус – $16. Потом по вашей ссылке могут зарегистрироваться ваши друзья. Это у них программа лояльности, которая называется «Пригласи друзей». И у всех у них будет по $16 на счету. И если ваши друзья все-таки снимут квартиру, на ваш счет поступят бонусы, которыми можно потом расплачиваться за жилье на сервисе Airbnb, имейте в виду. А ты рассказывала, что как-то в отеле жила бесплатно. А как это возможно? А это мой любимый сайт, один из моих любимых сайтов Hotels.com. В чем смысл? Если вы бронируете на Hotels.com не реже, чем раз в год и набираете 10 ночей у них на сайте, 11-я ночь бесплатная. Вы платите только налоги. У меня получилось, что в отеле 4 звезды, в шикарном, хорошем отеле в Порту, в Португалии, мы жили всего за 2,90 евро на двоих. А теперь о том, куда же я прячу деньги в отеле, если, допустим, у меня нет сейфа. Вуаля, обычный зонтик. Оборачиваем купюру вокруг зонтика. Надеваем чехол. Вуаля! Кладем зонтик куда угодно. Можете даже на самое видное место. Никому и в голову не придет, что там спрятаны деньги. И, допустим, берете купюры, сворачиваете их в тоненькую трубочку и кладете в футлярчик от густой губной помады. И все. Не секрет. Ну, а если вы едете в Европу на праздники, идите на центральную городскую площадь. Бесплатный концерт, веселье, масса удовольствия вам гарантированы. Кстати, абсолютно бесплатно. Еще заходите в церкви, там очень часто бывают концерты органной музыки, бывают концерты хоров мальчиков. Это бывает совершенно бесплатно. И посмотрите, какие мероприятия проходят в городе в тот период, когда вы туда едете. А может, вы знаете еще какие-то бесплатные секреты? Напишите нам это в своих комментариях. А может быть, мы чего-то не знаем? Подскажите нам. И подпишитесь на наш канал. Пока-пока. До новых волнующих встреч.